сорвалась, жилка минус. Эм, ты слышишь? Да, их доложил. Нам команда отлично. Я ДВ могу захватить, сейчас ДВ будут слушать. Давай. Ушился, по-моему, пехота покинула его. У них подчиняйки есть, могут подвозить сейчас. Надо спалить, значит, штурмовать. Пехота повесить, подвозить. Все, ты север не пошел? Я ровно на метке. Тепло кто не выкинул. Миша, я почти тебя спас. Хрень, это мимо меня пролетело. Спалили только зря. Пускай он стоит. Пускай, а здесь еще заходит, а че, блядь, может стрелять куда что? Пускай ракета хотя бы туда запульнет. Ты только предупреди, если он будет заходить. Заходит на второй круг. Бля, в нашем в канале такой круг горячий. Как в канале, если я... Ну, моя, он не знает, что... Пускай только не мажет, я прям за танком. Что? Он сейчас заходит. Два экипажника, ёпт. Да? Танк наш. А, захватывай горстку. Да, его на... Метки уберите. Скажи, пускай не работает, пускай не работает. Пушка сломана, короче, все сломано. Сейчас, ДВ работает, слушаю ДВ. Я смотрю, на РС-танк там заходил какой-то пацан с ТВ-шкой и стрелял там. Думаю, экипаж РС уничтожен и враг захватил танк. Экипажники точно мертвы? Да, они знают, что если у нас какой-то живый танк, уничтожите танк РС на западе. Они дают приказ уничтожить танк. Дают приказ уничтожить танк. Усъебывать туда. Блять, нет! Пойду ДВ сначала, посмотрю, какой ДВ номер. Дурак, самое главное, не посмотрел. Да какая тебе разница, ты слушать его не слушаешь. Охранять только тебе. А вдруг они считают, что мы не успели спалить ДВ? Я на юге вижу какой-то. Фью их на нас. Очень медленно идет. Не стреляйся по нему. Не стреляй. Не стреляйте, он хуй нас. Слушай, у танка же есть ДШКМ командирский. Ну, как только он начнет, ему прилетит с другого танка. И мы горсы потеряем. Ну. Горсы там. Я уже отошел. А где Хьюи? На востоке был. Вон на 100, бежишь шаг, видишь склон. Его не вырубаем. Так, у кого СГП?
Просто прорядите с ГПшками этот лес, все. Нахуя? А почему нет? Ну как бы мы туда заходим уже, мы же заебись, блядь, показали. Артподготовка, я. По нам что-то стреляет из 100, 100, 100. Может, у них АГС есть? Что? АГС у противника есть? Да. Блядь, есть! Окей. Стреляй трассерами туда, по нему быстрее! Это где, где грузовик? Правее от грузовика, даю трассера. Работайте, работайте, пока он нас тут не уничтожил всех. Я с Акога стреляю, не знаю. Сейчас он попробует. Слушай, ну он что-то не дергается больше. Короче, это ремонтник и заправщик. Ремонтник, запроси вверху, пускай чинится. Джек, дома, аккуратнее слева дома. А, еще одна техника. Это точка У, что ли? Надо ее уничтожить. Где? Ставь. Я ранен. Прикрой, ну вдавляй его, ёпта, хули ты встал? Подавил, ты живой? Нет, блядь, я умер. Я ранен. Мне все. Так, Егор, стой.